у нас в парламенте есть одна проблема, которая мешает нам решить вопрос войны в Украине. Это проблема из двух слов. Народный фронт. Это проблема из двух слов. Народный фронт. Партия жуликов и воров, которые сегодня натягивают на себя некие новые патриотические маски, вносят провокативные законопроекты на рассмотрение в парламент, хотят занять те там 5, 7 или 8%, которые сегодня имеют свобода, хотят сохраниться в парламенте, сохранить украденные миллиарды, хотят в новом парламенте снова присутствовать и выторговать все министерства. И мы должны сделать все, чтобы их остановить. Мы должны сделать все для того, чтобы наказать тех, кто в частности вместе с Путиным привел к этой войне. А эти люди известны. Яценюк в том числе. Именно бесхребетная, я пропущу одно слово, довела до того, что мы не остановили, они вместе с Аваком довели до того, что мы не остановили сепаратистов на Востоке. Мы не предприняли необходимых, радикальных, жестких действий по отношению к определенным лицам. Выпустили за границу всех, кто потом финансировал войну на Донбассе. Сегодня переодеваются в патриотов и хотят снова оказаться в украинском парламенте. Мы должны их остановить. Это наша задача.